нам сувенир, да. Экс-руководитель Украинского культурного центра Надия. Григорий Николаевич, примите, пожалуйста, наш скромный сувенирчик на память о сегодняшнем вечере, празднике. Спасибо большое. С ансамблем «Вдохновение» мы еще встретимся сегодня. А сейчас давайте еще раз поаплодируем девушкам. Прекрасные исполнения. Бажаю вам кращого здоров'я на довгі-довгі роки, щастя, благополуччя. Я скажу вам такі красиві слова. Поток божественной любви струится пусть чудесным светом, и нас Господь благословит здоровьем, счастьем и успехом. Ну а далее я вам заспеваю песню «Не сумуй, моя Украина». Не сумуй, моя Украина, не печалься. Однозначно. Кто сказал «да», поднимите, пожалуйста. Да. А можно вас попросить без всяких загадок просто вот встать вот здесь перед сценой?
Встать? Выходите смелее. Выходите. Блин. За что вас? Оставьте пиджачок, да, с кульчики. Сейчас разберемся. Ой, блин, я куда-то шел. Сейчас смелее, хотя бы один третий человек. Давай, смелее. Аплодисменты нашим смелым участникам концерта. Можно попросить включить свет в зале? Будьте добры, пожалуйста, включите свет. Вставайте поближе вот сюда, вот в этой части сцены. Двигаемся сюда, чуть-чуть назад. Значит так, дорогие друзья, вы, уважаемые зрители, тоже слушайте задание нашего уважаемого конкурса «Угадай язык». Значит, сейчас звучит песня на четырех языках. Если вы услышите украинский язык, то топайте ножками, каблучками, ну как хотите, короче, ножками удобно, да? Если услышим белорусскую, хлопаем в ладоши, вы можете подсказывать. Если русскую речь, машите ручками. Но якщо почуєте якусь іноземну мову, ласки з троєм, знаєте таке движення? Борис Олександрович, ну попробуйте. Я хочу убедитися, що ви... ну можна і так. Ітак, попробуємо, да? Сосредоточились? Готові? Поїхали. Ну що ви не топаєте? Украинская же песня. Yeah.